Микротоковая терапия – это один из методов воздействия на организм импульсным током низкой частоты. Параметры, которые используются, они физиологичные, приближены к физиологичному. В связи с этим процедура проходит безболезненно и комфортно для пациента. Микротоковая терапия воздействует на клеточном уровне на кожные покровы, мышечную ткань, кровеносные лимфососуды. Стимуляция фибробластов активизирует синтез коллагена и эластина, что дает возможность уменьшить морщины, улучшить эластичность кожи, восстановить ее тургор. Восстановление мышечных волокон происходит за счет оптимизации процессов в каждой клеточке. Это позволяет восстановить атрофированные мышцы, либо снизить мышечный спазм, улучшая эстетику лица, сглаживая второй подбородок, подтягивая овал лица, уменьшая проявление носогубного треугольника. Воздействие на лимфатическую кровеносную систему лица способствует лимфодренажу и венозному оттоку, уменьшая отечность кожи и темные круги под глазами, улучшая цвет лица и является профилактикой явлений купероза. Большой выбор программ аппарата, который мы используем, Bio Ultimate Gold, а также очень узкий круг противопоказаний позволяет добиться значительных и стойких результатов при различных проблемах. Если говорить о лице, то это сухая, стареющая, атоничная кожа лица, эффекты фотостарения, гиперпигментация, изменение овала лица и птоз ткани, отеки, лимфостаз. Можно использовать как предоперационную подготовку и послеоперационную реабилитацию. Особо хочу отметить процедуру турболифтинга. Это процедура крэш-ухода. Она актуальна в предпраздничные и праздничные дни, дает эффект моментальной подтяжки и сияния лица. А вообще рекомендуется курс из 7-15 процедур с периодичностью 2-3 раза в неделю в зависимости от решаемой проблемы. И важно помнить, что стойкий положительный эффект будет при условии регулярных 1-2 раза в месяц поддерживающих процедур. Процедура длится 1,5 часа. Нашими пациентами являются как молодые женщины, понимающие важность профилактики старения, так и более возрастные дамы, которые стремятся как можно эффективнее и дольше сохранить молодость лица и духа. Любите себя и будьте красивыми!